У нас август месяц, а август месяц это что? Это арбузы. Сейчас пойдем всех угощать. Купила первый арбузик, хотя, мне кажется, еще рановато. В принципе, сочные, вкусные. Так, кому первому? Ну, конечно же, принцессе. Принцессе. Будешь кушать. Оп, полностью унесла. Такая, все, быстрее надо, а то отберут, да, Фрост? А то отберут. Красавица ты голубоглазая, все, понесла. Вот что значит с собаками, с волками жить, по-волчьи выть. Понесла, чтоб никто не отобрал. Спадим бобрам, дадим арбуз енотикам, естественно. Несет. Да кушай спокойно. Вкусненький какой, ой, ты какой вкусненький. Такая деловуха идет. Если что, шпик не толстая. Это веслобрюхая свинья, так что брюхо должно быть. Нино тоже тянется. К тебе вначале, да? Вначале тебе дать. Мура спит. Тебе арбузик хочется. Ой, как хочется. Сейчас зайду. Бум! Иди сюда, на. На арбузик. Вот арбузик, арбуз. Вот, на. На. Ну, что ты делаешь? Дала тебе покушать его. Давай сюда. Опа, давай, мы приличные его. Мы едим, давай, вот. Да, с мисочки, правильно. Ты тоже приличный енот? С мисочки тоже ешь, так. Да вот, он тот же самый арбуз, на. Будет прикольно. Выбирайте эти косточки. Дом. Ничего, скоро будет сезон арбузов, вам буду по целому приносить, будете выбирать. Вот Гора молодец. Гора сразу кушает. В тарелочку положила, как приличная мадам. На. Пика! Иди сюда. Смотри, какая вкусняна. Оп. Пик! О, Мур проснулся. Я же говорю, сейчас проснется. Вкусно как. Оп. Куда мы... О, Тимофей, проблема. Как с этим бороться? Уходить. Вот, ты хочешь, да? Смотри, какая приличная девочка. А ты неприличный мальчик, ты все разбросал, ничего не положил. Давай. Тук-тук-тук. Здрасте. Мордасть. Надала. Я не дам так, нет. У меня такой срок можно есть. Вот те, кто приличные еноты со мной общаются, я даю так, а тебе только срок. Сейчас руку снять. Ну, попробуй. Все. Возьми скорочку. Бери скорочку. Где мой бобр, любимый? Мурочка. Ты мой сладкий бобр. Ой. Вкусно? Ну, зачем ломать? Я тебя подержу просто. Причем мурочка, в отличие от енотов, заметили, еноты они едят только вот эту часть. А саму шкурку они не едят. Мурочка ест все. Да. Отобрал! Ты чего меня отобрал? Ты чего отобрал меня? И потерял. Мур, вот. Мур. Да вот же, на. Слепой ты бобр. Ты думала, у тебя зарос так уже хорошо? Ты думала, у тебя отбирать собрались? Никто у тебя не собирается отбирать. Все тебе принесли, чавкинка ты маленькая. Гены проснулись у Мура, кидаются, видите? Дикие гены. Не, ну вы нормальные, конечно, помощники. А мне где заниматься? Легли такие умные, красивые.
Место-то чуть-чуть мне оставьте. У вас тут целлюлитика нету, вон. Нету целлюлитика. Все нужное. Тогда мадама, которая бы не мешала позаниматься, даже не пришла. Где Мелисса? Где ваша бабушка? Твоя мама, а? Вот ей бы не помешала со мной позаниматься. Сегодня я занимаюсь вместе с Иваной Идуш. Уже не первый раз. Очень люблю ее тренировки. Всегда на ягодицы, на ноги. У нее, мне кажется, они самые лучшие. И есть очень много быстрых тренировок. Ну, а теперь, как всегда, про акции. Сейчас у нас жара 2024. Обязательно нажимайте «Участвовать» и принимайте участие в этой акции. Как всегда, есть от меня 70% скидка на подписку. И напоминаю, что вернулся безлимит навсегда. С 1 сентября, кстати, он подорожает, поэтому успевайте купить. И немного про акции. Как всегда, за покупку и выполненные тренировки вы получаете в подарок весы P-Cook, как у меня, которые показывают не только ваш вес, но и основные показатели. То есть, сколько у вас воды в организме, костной массы и прочих прелестей жизни. Также за выполненные 100 тренировок вы помогаете планете и сажаете дерево в лесу Fit Stars. Так что давайте делать это вместе. В общем, напоминаю, безлимит навсегда можно сейчас купить. 1 сентября подорожание, скидка 70% по коду BOBCAT. Я сделала свои первые тренировки от целлюлита. Да, он у меня тоже есть, я думаю, многие замечали. А на самой платформе Fit Stars 195 программ. Уже смотрите, сколько, почти 3000 тренировок, курсы, рецепты, кстати, к которым я сейчас обращусь, потому что целлюлит только тренировками не уйдет, обязательно нужно соблюдать правильное питание. Ну и мои любимые курсы, все время про них рассказываю, если вы покупаете подписку, они автоматически добавляются, у вас доступ к ним, и курсы прям полноценные, смотрите, какие крутые добавились, стоп-паразиты, например. Кстати, надо посмотреть. Вот, их много-много-много. Они прям полноценные, длинные. Обязательно посмотрите их. И также здесь есть тренировки для детей. Собственно, Алиса здесь тоже занимается. Для детей от 3 лет. Они очень интересные, веселые. И, собственно, мне ребенку очень нравится. И вообще сайт очень удобно сделан. Здесь все тренировки. Также можно посмотреть по направлениям. Кстати, если заметили, я сейчас делала тренировки вместе с утяжелителями, которые, кстати, купила в магазине Fit Stars. Тоже там получается в подарок сертификат. Можно его потратить как раз вот на такие классные штуки. И как всегда, все подробности у нас в описании под видео. Переходите, там все подробно, про скидки, про акции, про промокоды. Вперед! Иди сюда, мадрюшка. Мяу. 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 Ты тоже хочешь на сюрпризная кошка? Ты у меня кошка с сюрпризом? Иди сюда, мадрюшка. Иди сюда, мой хороший. Иди, мой мальчик любимый. Ну, какая вкусненька. Ну, будешь? Катя, вы тоже претендуете? Тебе по кусочкам надо? Давай, по кусочку. Хочешь тебе бомбина? Ты мой деликатный мальчик какой. Тебе свой подход нужен, да? Ты как наглые еноты не ешь, тебе нужно по кусочку. Ой, как вкусно, ой, как вкусно. Как вкусно, Матвеюшка. Сейчас давай, на. На. Чего там, так неудобно взять? Ой, как вкусно, Матвею. Как настоящий енот, будешь кусать? Нет, все, с рук не надо. Типа сладкий мелочец. Сладкий корректун. Мой сладкий корректун. На, кушай. Подержать тебя? Старикашечками. Ты же можно только просто на ручки? Фиг с этим аркулем. Ты же на ручки хочу. На ручки хочешь.
Тебе оставить арбузик, даешь? Мы дальше нам еще рыську давать. Ребятеночку. На ручки что-нибудь, на ручки просить. Да, маленький, на ручки будешь просить. На ручки хочешь, на ручки малыш хочет. Хочешь, мы придем к тебе, будем на втором этаже с тобой чилить. В гамаке будем с тобой валяться. Сладкий ребенок. Вот, у нас соскучился по ручке. Внимательно ты не видишь. Такой ребятенок. Старенький ребятенок. И держит такой меня. Малыш, нам надо еще сейчас рысик показывать, хорошо? Потом мы вечером к тебе придем, будем за кант смотреть с тобой. На коленочко, хочешь? Не держи меня, у меня сердце разорвалось. Нужно рыском еще дать. Мы на закат придем к тебе, давай. И Алиска придет. Иди сюда. Мал. Попробуй. Не дай мне такую кошку. Ну, нал. Ой, блин. Да ты будешь? Ну, вот это, говорит, ты будешь делать. Ты будешь? Хотя я тебе предлагала, ты не захотел. Ну попробуй хотя бы. Я тебя, конечно, очень люблю, но какую-то хрень ты мне предлагаешь, непонятно. Я вижу, как будто ее режут просто каждый день по несколько раз. Изюм. Изюм. Ну ладно. Смотри, как ты сам их можешь. Можешь сюда? Да, надо так. Держи. Я понимаю, что меня обоссать хочешь, а я не даю тебе. Нет, вкуснее там. Нет, все. Я поняла, что сейчас мне будет отвлекаться. Ай, какой арбуз. Вот это скажи, я понимаю. Вот это жизнь арбузная.
Ой, скажи, вообще отлично. Именно для этого арбуз и нужен. Да, ум. Ну что, Айна, вот ей лишь бы нассать на меня. Ум, я только вышла из душа, только намазалась кремом. Ну можно нет? Я не хочу, чтобы на меня ссали. Ой, пузо пятнистое, пузо пятнистое. Ой, развалилось пузо. Ой, пузо пятнистое.